Всем привет, я Алекс. Пришел в парк. Вот присел на такое бревнышко. И хочу поговорить на такую тему. Среди так называемых бурятских оппозиционеров есть много манкуртов, которые говорят, что Рашка никогда не развалится, что Бурятия никогда не обретет независимость. Они придумывают кучу всяких отговорок, что русские не дадут, что будет какая-то гражданская война, что нас Китай захватит и кучу других всяких отговорок. Так вот, я хочу опровергнуть это и сказать, что Бурятия будет независимой, как бы то ни хотелось русским нацистам и их шестеркам, манкуртам. Возьмем, к примеру, Советский Союз. Про него тоже все говорили, что союз нерушимых советских республик, что он никогда не развалится. И где ваш хваленный совок сейчас? Где он? И также говорили, что Казахстан никогда не будет независимым. Страны Балтии, Молдова и другие республики, входящие в бывший совок. И все они сейчас обрели независимость и живут вполне себе хорошо, без вот этого противного, мерзкого русского мира. И то же самое будет с национальными республиками, такими как Бурятия, Татарстан, Чечня, Калмыкия, Якутия, Башкортостан и другие. Все мы обретем независимость. Всему свое время. Все империи когда-то разваливаются. Развалилась Римская империя, развалилась Османская империя, развалилась Британская империя, развалилась Русская, Российская империя, развалился Советский Союз и развалится теперь Рашка. Нравится, не нравится, Рашка развалится. А наши народы обретут независимость от этого нацистского русского мира, который уничтожает наши языки, нашу культуру, не дают нам развиваться, занимается геноцидом наших народов. Мы никогда и ни за что не захотим жить вместе с этими русскими в их русском мире. Страны Балтии, они показали, как нужно обращаться с русскими оккупантами. И всем нашим республикам нужно брать пример именно вот с балтийских стран. Полностью отменить русский язык, снести все советские памятники, памятники русским оккупантам. Бурятский язык должен будет стать обязательным в изучении. Те, кто не хочет изучать, они не будут получать паспорт, либо пусть уезжают на русские земли, на территорию Московии. Либо мы будем выдавать такие паспорта, как в странах Балтии, паспорта не граждан. То есть по этим паспортам они не смогут, русские, нигде работать на государственных учреждениях, в полиции, в армии, избираться в наш хурал, избираться президентом. Поэтому хочешь занимать какую-то должность, работать на нормальной работе, изучай бурятский язык. Также бурятский язык будет введен сразу с детского сада, далее в школах обязательное изучение, в вузах. И вторым обязательным языком мы введем английский. Английский язык должен стать изучаться прямиком, начиная с детского сада в школе и в вузе. Также все чиновники обязательно должны владеть английским языком. Мы надеемся все на скорейшую победу Украины над фашистской империей под названием Россия. И после этого мы надеемся, что мы обретем независимость. Мы в любом случае обретем ее рано или поздно. Русский мир будет свергнут везде. Русский мир – это равно зло. Поэтому русский мир должен перестать существовать.